Всем привет, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Как всегда, вас приветствует канал Шопинг Китай. Итак, посылочка на сегодня превыше нам с того же самого сайта, всем известного AliExpress. Итак. Рассмотрим ее. Blackway A7 на сегодня вот такой вот телефончик рассмотрим. Такой вот. Коробочки оригинальной, сам телефон, уже потрудились китайцы чехол одеть, вот он силиконовый чехольчик с защитной пленочкой и наклеена уже, то есть транспортировочная пленка и наклеена уже такая, не совсем удачно, правда, здесь вот тут вот косячок небольшой, не знаю, на камеру, но вот с этой видно, вот здесь вот такой песочек, песчинка такая видна. Вот, но все же приятно, то есть использовать уже можно, уже силиконовый чехольчик такой немножко смягчать будет ударчики. Дальше пройдемся по комплектации. Комплектация у нас зарядничек, сам зарядничек, где он открывается? Вот здесь, да. Зарядничек белого цвета, я думаю, уже все увидели. Так, 0,15 ампера, 5 вольт, ну, в принципе, стандартный, и USB кабель у нас для зарядки телефончика или же подключения компьютера. Длина такая, где-то в районе 70 сантиметров, ну, собственно, пойдет для пользования, так сказать. Телефончик у нас с 4-ядерным процессором с частотой 1,3 кГц. Так, что у нас тут еще имеется? Давайте посмотрим, все-таки с чехла вытащить. Ух ты, такая вот интересная, что это, не знаю, накрашено, не накрашено, но такое на ощупь приятная, не скользкая задняя крышка. Так, крышечка у нас снимается, вот имеется у нас разъемчик такой, появляется доступ к батарее. Также телефончик у нас имеет два слота для сим-карт, для карты SD максимум 32 гигабайта, то есть своей памяти у нас встроенную 8 уже имеется в нем. 1 гигабайт оперативной памяти. Вот, то есть такой вот. Батарея у нас 2800 миллиампер. Ну, как бы вот такой. Диагональ 5 дюймов экранчика. Вот такая вот неплохая, значит. Сама цена телефона на самом деле удивила. С Т-мало. Как называют, всего 3300. Итак, далее, что у нас имеется? Имеется фронтальная камера 2 мегапикселя фронтальная, и с задних две камеры. Одна 5, другая 0,3 мегапикселя. Сдвоенная такая вот вспышечка вот имеется. Ну что же, включим телефончик без сим-карты пока. Крышечка приятная, довольно-таки на ощупь, повторюсь. Такое вот сечение на ней-то перпендикулярным. Крышка довольно-таки хорошо, плотно закрывается. Даже не скажешь, что она съемная. Так, ждем, когда он включится. Вот он. Появляется у нас изображение. Телефончик не тяжелый такой вот. Прямо скажем, в кармане не будет особо тяготить. Заставочка. Итак, наконец-таки вот он загрузился. Самый обычный Android 7.0 версии, то есть обычное меню, ничего нового тут. Простенький телефончик для использования. В общем, такой вот на цвет, ну, тач-то довольно-таки, то есть отзывчивый, ничего тут не сказать, чтобы задумался. В общем, стоящий достойный товар, то есть дешево так вот и стоит своих денег. Не забываем подписываться на наш канал. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.